Здравствуйте, уважаемые друзья, любители футбола. Всем большой привет из Казани. Сегодня мы с удовольствием, с большим, посмотрим на матч МЛБ первой лиги, в котором казанский «Рубин» принимает краснодарскую «Кубань». Много рассказов о первой лиге, об Уфе. Вот атака хорошая у казанцев. Можно отсюда попробовать пробить удар в ближний угол. И это перекладина Дмитрия Кабутова. Первый по-настоящему голевой момент «Рубина». До мяча-то, может, и дотянулся, но ударить уже было проблематично. Это финт Лисаковича в центре. Хорошая передача на Фомине. Он выходит один на один, бьет и забивает. Контратака «Рубина» привела к забитому мячу. И очень хорошая контратака. Отлично все сделал «Рубин». Вот еще одна атака. Наблюдаем Самошников. Уже в штрафной. Убирает мяч под правую. Бить можно. Теперь уже с левой. Удар. И какой гол Зотова. Это пятка была или мне показалось? Боже мой, красота какая. Ого. Александр Зотов. Красотищу сотворил на глазах у миллионов. Сейчас очень рад за вас, друзья, что вы это видели. Браво, Самошников. Убирает мяч под правую, вновь под левую. Хорошо на замахе. Это похоже на пенальти. Так и есть. Разбег. Удар. Гол. Ну, не стал я, конечно, перед ударом вспоминать, как Лисакович не забил пенальти Уфе в заключительном матче прошлого сезона в премьер-лиге. Байриев мог пробить. В итоге это пенальти. Разбег. Удар. Архипов мажет, он не попадает. Я не мог увидеть сейчас четвертый гол своей команды. Отличная передача Зотова. Лисакович, пас под удар. И как здесь не забивает? Сегодня победа 3-0. Поздравляю всех болельщиков казанской команды.